Всем привет. Блин, уберись отсюда. Продолжаем прохождение Dark Souls 2. Эх, мы не так давно были в этом месте. Помните, я убил жабу и пришел сюда. Короче говоря, потом я узнал, как открывать эту дверь. Именно эту. Есть еще типа такой, да, которая в начале, но мы ее пока открыть не можем. А ее открыть можно только являясь полым. То есть, если вы человек, вы не можете открыть эту дверь. Так, я проверил, они будут меня бить или нет. Я здесь ни разу не был. О, какое интересное место. О, какое интересное место. Давайте посмотрим, что у нас здесь такое. Что это такое? Какое-то интересное заклинание. Так, я просто пока не хочу убивать ту, потому что, возможно, она нужна будет нам. Что? Что за фигня? Ну и все. Кстати, когда мы молимся вот этого костра, мы восстанавливаем человечность. А может нет. По идее, наверное, нужно, чтобы у меня не было фигурок. Если я истрачу фигурки человечности и помолюсь, то восстановится человечность. Хотя смысла я вообще не вижу в этом никакого. Так. Что же здесь дальше у нас будет? Огненное семя. Огненная семья. Я здесь был? Засранцы, а? Хотели подловить, чтобы я упал. Так, что у нас здесь есть? Сундучок у нас здесь есть. Так, уничтожитель. Что ж такое уничтожитель? Меч, по идее. Я понял, это меч, который уничтожает. А, вот он. Катана. В этой игре самая лучшая катана, черная катана. Все. Катана. Не катана, а катана. Ну и все, в принципе, больше ничего нету интересного, да? Не, смотрите, что-то еще есть. Засранцы, а? Я так просто не уйду отсюда. Уголь вражды. Но! У меня уже много угля вражды. Так, то есть отсюда я больше не выйду, правильно?
Некуда идти. Ну ладно. Сейчас пока мы вот старые хвосты обрубаем, да? Чтобы не было у нас хвостов. Напомню, что нам нужно еще вернуться в замок Дранглинг. Там же надо еще освободить заключенного. Хорошо. Ты на меня злишься, да? Не знаю, зачем этот храм сделали, непонятно. Ну ладно, неважно. О, трупики валяются. Все, эту дверь мы открыли. Там еще одна была в начале дверь, но ее можно открыть только там, когда после короля. Нужно будет убить короля. Вот это другая история. Сейчас мы сделаем так. Вот так и вот так. Нам нужно освободить заключенного. И потом сделаю одну фигнюшку еще. И тогда пойдем и спокойно уже в следующую локацию. Так, нам нужно идти вот сюда вот. Оп. Сейчас будем подниматься ввысь. Вверх, вверх, вверх. Давайте я покажу вам чудеса скорости. А? Быстро, да? Поехали вверх. Оу. Вот нужно освободить сейчас будет этого мужика, или кто там? Девушка там сидит в клетке, да? И там на ней висит, по-моему, мужик. Хотя он, по-моему, просто исчезнет тупо и все. Освободить. И, возможно, нужно будет вернуться или к той девушке, которая вначале была, да? В первом домике. Или к этой девушке, которая была у костра. В любом случае, надо будет к ним прийти еще. Но я перемотаю, чтобы... Началось. Началось, да. Какие духи. Как заколебали меня. А, в рот прям нифига. Кольцо мертвых. А, фигня полная. Ну все, видите, сейчас мы нормально не сможем поиграть, да? Что какая-то мразь торгнулась. Ну, за пинг вы сами знаете, что я не смогу нормально драться. Не знаю, что будет делать, ждать. У него ума не хватает, что я наверху даже. Ну, это, в принципе, не важно. Тогда давайте я перемотаю до того момента, когда я буду у первого домика, да? Попробуем там поговорить с девушкой, может она что-нибудь скажет. Если она ничего не скажет, значит я потом перемотаю до второго костра даже. Где сейчас мы были, да, в этом храме. Там уже посмотрим. Все, короче, избавился от этого лоха. Ничтожество. Криворукое убожество. Ну, типичная нулевка, да, даже ему пинг не помог. Короче, поднялся лифт, а сначала опустился, да, он туда залез, начал подниматься, я спрыгнул. С прыжка прям на него упал на голову, и лифт начал падать вниз, спускаться вниз. Побил этого чмошника, и он упал. Все. Просто тоже поймите, если вы нулевой, да, не умеете играть Dark Souls, то зачем вторгаться? Ну, какой смысл, я не знаю. Ну ладно, кушай, я перематываю. Так, ну давай, попробуем сначала к ней. О, Господи Иисусе. Да уйди, дур, от меня. Видите, она просто пела, да, они спали. Кстати, теперь они будут точно спать, хорошо спать будут.
Ты что ждала уже, опять? Ну все. Хорошо, ладно, тогда пробуем подойти, тогда последний подходим, да, которая возле костра была. И все. Перематываю. Так, ну вот еще одна. Может она главная какая-нибудь? Вот, смотрите, видите? Да, наш правильно мог к ней подойти. Что за параша, а? Все, короче, ее квест мы прошли полностью. Ничего интересного. Все, пойдем тогда проходить новую локацию. Блин, туда. Сюда вот нажмем. Потом, кстати, у нас будет такой итем, да, интересный, который позволяет телепортироваться хоть сколько. Там, по-моему, перья. Перья ворона или чьи-то там перья. А мы тем временем идем зачищать новую локацию. Бам-бам-бам! Бам-бам! Так, ладно, все, бежим. Локации темные, мы не будем использовать факел, потому что в прошлый раз я использовал. Было не очень. Братюня, ты же плохой, да? Смотрите, он даже нас не бьет. Но если он нас не бьет, то мы тоже не будем бить. Да, иллюзия впереди, бла-бла-бла, тра-ла-ла. Братюня, а чё они меня бьют? Братюня, ну чё они меня бьют? Ну, помогай, братюня. Ладно, тогда получается один хороший, остальные плохие. Надо поставить нам будет колечко. Например, вместо этого мы поставим вот это. Я тебя не трону, братюня. Пилюля. Я тебе просто поставлю пилюлю. Ладно, просто ты уйди и все, не мешай. Это же... он будет за мной ходить, как я понял. Смотрите, да, вот вам и факел. То есть я не могу держать факел, а ему можно ходить за мной и держать факел. Ну ладно. Что ж, давайте, это ПВП, понимаете? ПВП магов. Вау! Ой-ой-ой, больно, больно. Так. Опа. Попал. Ну не забывайте, конечно же, у них магия посильнее. Видите, вот я вообще не думал сначала, что я буду вот это волшебством пользоваться. Ну так получилось, потому что меч. Так, я что-то отвлекаюсь. Потому что меч, видите, какой у меня меч, правильно? Лунный. Да господи Иисусе, что я вообще кашу. У меня меч лунный, и он требует интеллект. Мне кажется, легче просто взять, подойти и их убить, да? Женщина, женщина. Так, он меня бьет, значит, я тоже буду убить. Посмотри, какое у меня хорошее сопротивление, да? Ты меня бьешь, Мартюня? У нас столько много ХП. Можно, в принципе, еще больше сделать. Видите, у нас свой факел. Как это весело. Лян, там, там, там. Не хватает немного выносливости на. Кстати, здесь. О! А если он подойдет, то он, скорее всего, загорится, смотрите. А может и нет. Кто меня стрельнул? Черная мантия. Кто молнией стрельнул меня, я не понял. Достаньте вы от меня. Еще я отравился чем-то. Ладно, сделаем по-другому. Используем нашу бутылочку. Кстати, монеты тоже можно использовать. Видите, лечит отравление. Профит. Но они, да, они очень долго кастуются. Пока он сядет, покакает.
Камень магии. Подождите, это не то камень магии. Потому что я это искал, нет? Это искал. А я почему-то думал, что он по-другому называется. Да, вот он, камень магии. Мне нужно будет зачаровать и мое оружие, и опять. Я ж протупил, да, я сбросил зачарование. И нужно будет зачаровать еще и посох будущий, другой. Так, у нее я подобрал, по-моему, мантию. Вот. Что, есть бафы? Нет, фу, ненавижу. У нас будет... Не, реально, да? А я не знал, что он будет ходить. Я просто его убивал. Но это другой, я не про него говорил. Это не NPC, это просто крип. Это крип, который ходит с факелом, при том, что запрещено ходить с факелом. Как это забавно звучит, да? Стою. Я не буду зажигать факел. Зачем мне его зажигать? Вот и про него говорю. Все, братюня, так что тебе пора уходить отсюда. Заметьте, да? Видите, они вверху пока вас не трогают. Но если вы пойдете с факелом туда, как я, на зло, по идее, они сагрятся. Сейчас они не должны меня трогать вообще. Вот он, засранец. Ну, короче, а когда я играл первый раз, да, я пошел с факелом на зло. Потом они все на меня напали, я всех перебил и убил его. Кстати, я не знал, что он NPC, он тоже на меня напал. Ну, потом он подошел. Подождите, стоп, стоп, я же без факела. Нет, короче, это баг, это просто вонючий баг. Так нечестно, мужики, короче, так нечестно. Эх, блин. Видимо, мне придется его убить, но ничего страшного не будет. Просто мы потом к могиле подойдем и оживим его. Это стоит всего лишь там 2000 копейки. Нифига он дамажит, а? Не шутя, ты бьешь больно. На. Какая дерзость, молодой человек. Ведь я ничего не сделал даже. На, мразь. Нифига его плющит. А, это он, смотрите, да? Я не хотел его убивать, но, как вы видите, сами придется его убить. О-о-о! Или он меня убьет? Стоп, стоп, полегче, братюня, полегче. Так, все, факел у нас больше не будет. Мы будем теперь без факела, но ничего страшного. А теперь можно спокойно факел свой зажигать. На, по щам тебе. На. Ух ты, старый прием. Как тебе такая тема? Ой. Ну, бывает. Бывает, я кашу иногда. А вот так? Да что ж такое? Ладно, все, просто убиваем. Нифига, или еще нет? А, как же больно-то! Не, все, я сдох, да? Один удар. Нет, я жив. Фух, ну вот так вот. Килт Агдейна, килт. Так. Заметьте, что я на него не нападал. Я все сделал абсолютно честно. Что такое килт? Это какая-то одежда, килт. А. Не, пока не будем одевать, эффекта тоже вроде нету, а потом будет быстрее. Я еще себе не подобрал, какие штаны одевать. Ну, в принципе, это не важно. Все, убили мы его. Ох ты, еще что ли? На, все, сфить.
Нам уже нужно чинить оружие. Что-то плохо уже с оружием. Я еще потратил эти заряды. Потом здесь вот он появится и все. Некрасиво он поступил, конечно, вообще некрасиво. Говорит, не зажигай факел, я не зажигал факел, по факту. То есть чья это вина? Костерчик, дайте мне костерчик. Костерчик. А я не пропускал? Где костерчик? Где-то костерчик должен быть. Блин, что же там с оружием-то? Ладно, тогда мы сейчас починим оружие на всякий случай. Починим оружие, давайте. Хилочку скушаем. Опа! Не надо, пожалуйста, дяденька, не надо. О, началось. Это уже не бот, это уже мразь. Как они меня достали, вот как они меня достали, вы видите, да? Я просто не могу даже пройти миссию, у меня даже ничего нету. И чё? Ага, опять, да? Хороший, хороший. Лаги, хороший, молодец. Да-да, ну давай-давай, чему? Давай-давай-давай, изи просто. Ну, сами видите, Пинк решает. Пускай там мразь радуется, опять идет церковь, молится, свечи ставит, пускай. Ладно, я перемотаю. Ну что ж, let's go. Пробежался я быстренько сюда. Здесь где-то есть костерчик, нужно его найти. Только вопрос, где? Нет, не здесь, где-то с этой стороны. Как вас много, а? Вот здесь вот. Так, до этого я нашел камень магии. Короче, это совсем не то. Камень магии, он нужен для зачарования чарами. То есть полный шлак. Нам нужен именно мерцающий камень. А вот здесь, кстати, можно добывать мерцающий камень, да, с помощью... Так, сейчас, секунду. Из этих статуй, короче, выходит... Кто-то мумии. Короче говоря, кто-то выходит из этих статуй, вот они. У них, кстати, хорошая быстрая атака. И вот есть шанс, что будет выпадать... Белый капюшон, нет. Поэтому надо сейчас будет одеть тогда итемы мне на удачу. О, опять, видите, выходит. Он будет бесконечно выходить, реально. О, пиромантия. Пока мы не сломаем ему вот этот гробик. Волшебный щит. Ладно, давай сейчас делаем так. Оденем это. И, например, вот это. Нет. Например, вот это. Нам нужно найти два камушка. Надо, надо, надо. Тут же хорошая локация. Темненькая, но хорошая. Давай, братюня, выходи. Появляйся. Видите, когда он выходит, он сразу идет в контратаку. Волшебный щит. Ой, видимо, будет много у меня щитов волшебных. Блин, ну ладно. Там таких много еще. Вкусняшка. Опа, опа. Опа. Так, ничего интересного не выпало. Ну, они тоже будут бесконечно появляться, ну ладно. Нам нужно вот это чудо. Вот там сюрприз лежит. Молодец, молодец. Неплохо, в принципе. Ух ты, как красиво я подпрыгнул, а. Молодцы, кстати. Стараются. На. О-о-о! Вот это что-то неплохое, а?
принципе, я видел получше, но неплохо. Да ладно, ты сдохнешь в любом случае, смирись. А, все, меня убили, да? Или нет? Вроде пока нет. О! Братюня пришел. Да, я говорю, это будет бесконечно. Просто бесконечно. Блин, ты чё меня палишь-то, а? Давайте глянем, догадается он или нет. Скорее всего, догадается. А в любом случае убьет. Я говорю, из-за пинга даже нет смысла пробовать. Наша задача, в первую очередь, пройти игру. Мы пройдем ее в любом случае. А мультиплеер это уже отдельная история. Палевно или беспалевно? Смотрите, догадалась, мразь. Ну иди сюда, чмо. Слезай! Ну, это будет надолго, короче, давайте я потом перемотаю, продолжим. Так, ну что, let's go дальше. Немножко я пофармил, опять нашел еще одну косточку дракона. Потом нужно будет сделать апгрейд оружия. Кстати, смотрите, да, когда мы ломаем эти гробики, они больше не появляются. Это печально, мне нужно обязательно найти два камня. А, вот еще красоточка, ой, красотка. Да. Что же она нам оставила? А черная мантия есть у нас уже такое? Лохмотья, кстати. Эти лохмотья, да, я говорил про них, по-моему, это они, вот они. Увеличивают шансы найти предмет, видите? Вот такие вот дела. Пальц, уголь вражды, мерцающий титанит. Все не то. Все не то. А, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу дальше. Все, давайте сейчас отрегенимся немножечко. На. И пойдемте, по идее, во. Сейчас попробую тогда пофармить. Самое главное не сломать эту статую. А, давайте я сейчас попробую пофармить. Мне нужно собрать хотя бы два камня, чтобы зачаровать оружие. Потом я врублю. Все. С трудом нашел я мерцающий камень. Кстати, очень редко выпадает. Очень редко. То есть, в основном выпадает весь его шмот. Там капюшон. Мы сейчас пойдем сюда вот. Во-первых, нужно зачаровать оружие. Во-вторых, по-моему, я могу сделать апгрейд. И тогда уже продолжим, и по идее там нужно будет убить первого босса. Ой, что не то я сделал, ну ладно. Ну смотрим, сейчас атака этим оружием 430. Могу? Могу. Так, 458. Ну, вот как-то так. 500, нормально, атака 500. И 560. Так, магии, да? Все, теперь хотя бы будем некоторых убивать с одного удара. Так. Пойдемте дальше. Сейчас нужно будет туда быстренько пробежаться до босса, потому что здесь я уже их убивал миллионы раз всех. Потрата времени. Так, колечко стоит, все хорошо. Ну и нужен будет еще один камешек, да? А,
Сейчас, только я помню, здесь сейчас будет фантом, да? Ну давай, безымянный. Давай. Уа, уа, уа. Уа. Вот это по изи просто. Ни лагов, ничего, просто изи. А, да. Здесь видите, какие интересные стенки. Молодцы, кстати, оригинально сделали. Типа духи через стенки бьют. Стена тумана впереди. Вот. Но это не стена тумана, конечно. Но я про эту тему знаю, я поэтому туда и пошел. Так, где я вообще? Вот она. Ты чё, мразь, а? Ты чё, мразь, а? Нас убивают, вы видите? Так, что у нас здесь? Только не этот, блин, забыл проверить. Ну ладно, нормально. Я видел тяжелый болт. Короче, какое-то оружие и тяжелый болт. Все, идем дальше. Я хочу, чтобы в этом выпуске обязательно был босс. Обязательно. Кстати, здесь босс, он будет таким нелегким. А, да, он проход к боссу. Не к боссу, там будет подъем. И по бокам везде будут эти фигнюшки. Вот они. Дайте мне пройти. Хоть убьем эту фигню, это мешает. Призрак. Призрак оперы. Оперы, призрак. Что у нас по хилкам? 8. Пускай будет так. Ага. Фига у наркоманы. Он, я думаю, мне кажется, они больно бьют. Сейчас я об этом узнаю. Ой, ладно, короче, они меня решили пропустить. Опа. Пропустил ударчик, насранчик. Опа. Казнил. Все. Ну, они и сложно. Кстати, может быть, у них щит будет выпадать. О, нет, это еще не лестница, блин. Осторожно, скелет, уязвимый смерть. Ну-ка, здесь ничего у нас нету. Сейчас внизу будет такая хорошая засада, сложная. В принципе, сложная засада. Сложная засада, значит, да, сделаем вот так. Я вот не помню, куда идти, блин. По-моему, сюда идти надо, да. То есть налево у нас сейчас будет здесь мостик. Это чтобы в следующий раз, да, мы могли просто по прямой уже пройти и все. Ну и, собственно говоря, ради чего сюда мы пришли. О-о-о! Да, здесь у нас будет боссик. Я надеюсь, что нам фантома дадут, чтобы было интересно. Видите, надо убить этого мужика, чтобы он... Ой, ладно. Чтобы он не звонил в колокол, он это уже поздно сделает. Если звонить в колокол, видите, выходят эти мутанты. Их и больше становится намного. Опа, опа, еще вперед, молодец, нехило. Ну, нормально. Может, что-то, можешь. Техника старая, ну нормально. Давай, и вперед, выпад, молодец. Ну, неплохо, в принципе. Может было посильнее, но неплохо. Во, видите, да? Здесь два шага идти. То есть там у нас костер. Здесь мы открыли переход. Все. Изи. В принципе, хорошо, что убили, да? Хотя бы у меня появились скиллы нормальные. Нормально, хотя бы шарики появились. Ну-ка, а если мы его убьем? Вот вы видите, нету, да, больше этих призраков или кто там. А если мы его аккуратненько убьем так и не заденем? Вот, видите, аккуратненько убил и не задел. Теперь эти появились. Ну, мне все равно, абсолютно все равно.
У меня три кольца. Ой, я не то сделал, ну ладно. Смотри, я их убиваю с одного выстрела такого, смотрите. Изи вообще. Надо, кстати, магию прокачивать дальше, 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 дальше. А если я так сделаю? На! Свободно. Синее пламя! Так, давайте глянем, что у нас здесь есть. Может, какие-нибудь плюшки есть? Я просто уже не помню. Не помню, где-то здесь вызов есть, да? Странно, почему я его не вижу? А где вызов? И убежала. Ах ты. О, нехило. В принципе, старая схема, но нормально, пойдет. На, лови плюху. Да, молодец. Во, видишь, как я могу? Бойся, бойся меня, бойся. Вот так могу еще мимо стрельнуть, молодец. Вау, вау. Да, да, ой, какой сильный, ой, какой силач. Не помогли ваши доспехи, не помогли. Давайте скушаем еще одну плюшку. Странно, что я не вижу фантома, я вот не понимаю. Блин, вроде он должен быть. А может, он тот призыв? Хотя, вряд ли. Нифига, он мощный вообще, типок. Свободен. Так, доспех Сиана. Чего столько много-то? Не, это, наверное, не бот, блин. А где же NPC-то вызов? Во-первых, у меня куртка не та. Ну, немножко не вышел, ну ладно. На! Я быстрее всех на свете. А хотя пускай бы такая куртка, мы все равно фармим пока. Но все равно нужен еще один камень магии. Ой, этот, мерцающий камень. Нет, это не бот, тогда я не знаю. Ну, значит, будем без бота, что ж поделать. Просто только я помню, он был. Видимо, он всплыл. Был да сплыл. На, да. Ой, какой сильный. Ой, силач. Ох, ты какой сильный. О-тя-тя-тя-тя. О-тя-тя-тя-тя. Так, все, я вернулся, мы с вами. Все, давайте еще раз проверим, нету ли здесь вызова. Но его нету. Ну, вообще пофиг, знаешь, пойдем так. В принципе, босс не самый такой легкий, я бы сказал. Хотя я его, в принципе, не помню. Я помню, что это будет такое, это, типа человека, да, то есть, типа рыцарь такой большой. Что же нам одеть-то? Это можно убрать и поставить, например, шута. Вот так вот. Что у нас здесь есть полезного? Это вообще бесполезно. Вот это можно повысить защиту. Повысить. Нужно просто идти вперед и все, и драться. Ну какой грозный-то, а? Он какой-то грозный. Ну давай, сейчас я буду тебя убивать, чувак. Ты должен понять, что ты труп.
Ой, а он у нас... О, а он у нас... О, тю-тю-тю-тю, какой ты злой, а? О, да-да-да, молодец. Ну, я видел, конечно, и позлее. А я бью тебя больнее. Кстати, он это, ну, такой сильный. Смотрите, да? Вот именно по скорости, очень быстрый. То есть, здесь нужна прям хорошая реакция. Но у меня ее нету, конечно. Да, видите, да. Ну, еще раз, может, разок, нет? А, Пепси. Опа. И опять, видите, встает сразу, еще хочет. Ну да, вот он именно сложный тем, что у него очень быстрая атака. Видите, он сразу делает там туда удар, туда, и опять еще удар, да? Еще давай разок. Так, наш первый заход на босса. Первый, надо, чтобы был последним. Так, что он делает, неприятно. Я, честно говоря, не помню, что он делает. А-а-а. Неприятную вещь ты делаешь. Ну, тварь, он, наверное, усилил, да, атаку. Давай, детка, ну. Да что ж такое? Я не успеваю просто уйти. Не, жесткий, жесткий типок, жесткий. Опа, опа. Уход. А, поздно. Так, тихо. Молодец. Давай, ну блин, а. А хилки-то у меня больше нету. Ну, короче, сейчас, само собой. Сейчас он меня убьет один раз и все. Именно сейчас, да? Я тебя покараю. Все, ты унизен официально. С первого раза прошли. Фух. Не нужны нам всякие боты, криворуки, срунки, толку вообще никакого. Хорошо, а там, видите, там еще кое-что есть. Да, там у нас король, и мы с ним тоже попробуем подраться, но там не все так просто, короче говоря. Там, ну, это само собой уже будет у нас, когда? Это будет в следующей серии. Все, самое главное, мы зачистили здесь всю локацию практически. Все, что нужно было, я нашел, мне осталось, я потом схожу, найду еще камень, да, магии. Ну, в смысле, мерцающий камень. Ну, это, наверное, будет еще не скоро. Может, он по пути нам все равно попадется. Когда я найду посох, тогда буду уже камень искать. Лучше в следующей серии мы пойдем дальше. То есть пойдем убивать короля, получим кольцо и пойдем открывать дальше двери. Профит. Кстати, да, мы еще откроем каменные двери в нужных местах. Точно, я забыл. Как раз я вспомнил про каменные двери. Да-да, сделаем так. Вначале мы пойдем откроем минимум три двери каменные, по идее. А потом пойдем уже убивать босса этого. Ну, его сложно убить, но пойдем убивать. Так что давайте до следующей серии. Всем пока.